Здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить Сома. Да, мы остановились с вами здесь, записываю подряд серии, прям пиздец, что прям жестко. Пока активности не видел, но заранее спасибо. Блять, хотели батискаф, как он, батискаф, да, вот еще, короче, какой-то тень пришли, она сказала, не может, и все, и пропало. Ну, думаю, с вами прошла серия из вентиляции, да, не вентиляция, вырезали. Вот, сейчас нас попросила она включить симуляцию ковчега, поэтому, Саша, поудобнее, ребят, надевайте пледик, обязательно надевайте пледик, при этом посидите кушать, при этом чипите в 5 или 5 воды, при одном просмотре. А мы, собственно, продолжаем данное путешествие. О, привет! Так, чё он просит? Я решил закончить проект ковчег, используя уже сделанный скан. Прошу прощения у всех, кто хотел попасть туда, но не успел пройти сканирование до установки проекта. Со временем добавление последнего образа прошло 2 месяца. Я при всем желании не смогу снова добиться от всех вас того же уровня поддержки, что так помогла мне начать проект. Простите, я не хотел, чтобы люди лишали. Угу. Я не намеревался обманывать кого бы то ни было, я просто хотел спасти хоть что-то. Только это ничего. Что нужно сделать? Установить модуль интерфейса, запечатать капсулу ковчег, спросить разрешение у Форкуриана, на шаттле, да, микрон, набрать энергокостюм, спуститься на подъем в бездну, собраться на Тау, отправиться к месту запуска, загрузить снаряд, запустить ковчег. Сома, чел. Блять, что это мы нахуй делаем? Патч загружаем или что, блять? Источник света. Thank you.
Ну пизда просто. Да я хуй его знает. И как нам это пройти? Как это пройти-то, блядь? А это... Немного тесновато. Выключатель достаете? Радиации мне бояться надо. Думаю, нам это уже лишнее. Интересно. Вы, похоже, едины целы со своим скафандром. Все сошлось воедино. Как тогда быть с костюмом, который мы возьмем на Омикроне? Мне кажется, они там больше. Вы прямо в этом поместитесь. Имиджи? Кто это? Кажется, основой для вашего тела стала одна из моих старых коллег. В череп был вставлен стандартный энцефалочип для роботов вместе со считывателем данных и акуторч. Что? Структурный гель спаял всю конструкцию воедино. Потрясающе. Не-не-не, стоп, постойте. Я что, ваша старая коллега? Ну, тело от нее. Имиджин Рид. Какой ужас. Эй, не говорите так, она была моим... Была добра ко мне. В общем... Энцефалочип — это хорошо. Значит, мы сможем передать ваш разум в ковчег через место пилота. Кэт, я же наполовину труп. Да, логично. Вы подумайте. Вспомните все недалекие умы, которые мы тут видели. Просто оживить мертвое тело, очевидно, что этого недостаточно. А в теле робота люди становятся не очень надежными. Вы лучше из обоих миров. Крепкий разум в крепком теле. Хоть знаем, как попасть на карту. Я понимаю саму концепцию, но подробностей не знаю. Хотелось бы понять, как формулируются и обрабатываются данные образы. Это так здорово, тут вся команда. Фотография персонала, да ладно. Для кого вы ее сохранили? Весь мир погиб. Спасибо, Саймон. Раньше я думала, что быть козлом — это свойство натуры людей 22-го столетия. Теперь я вижу, что ошибалась. Я не знаю, ребят, как реально, как ту хуйню сделать.
охуенно. Попробуйте загрузить скан-заготовку. Должно быть просто. Я хочу убедиться, что понимаю, как формулируются данные образы до заморочки с настоящим ковчегом. Запустите симуляцию и нажмите на паузу, пока выполняется код. Так я получу срез процесса. Нажмите на паузу, когда загружена заготовка, иначе я не пойму, работает он или нет. Блять, придумали нахуй, конечно. Жмите на паузу, когда загружена заготовка. Загрузите заготовку и поставьте симуляцию на паузу. Мы запустим диагностику и узнаем, как он работает. Хорошо. Надо поймать, когда образ загружен. Нет, попробуйте еще раз. Заготовка должна быть загружена. Довольно легко. Да, конечно. Все так точно, так идеально. Сам себя не похвалишь. Что? А, да. Мы все? Можно идти на Омикрон и искать мне новый костюм? Да, пора идти. Возьмем про запас этот ковчег? Нет, он не поможет. Это прототип. Отлично, пойдем налегке. Идемте, не забудьте взять меня с собой. Let's go. Просто, блин, понял. Да уж, головоломки. Стромая. Брэндон, ты где? Все вышло из-под контроля. Я в секторе РД-4. Ты отвел всех вниз? Да, пока что мы в безопасности. Но тебе надо поторопиться. Они узнают, где мы, и придут за нами. Об этом не парься. Лестница закрытая, лифт я убил. Вытащил соединительный чип. Зачем? Ты ведь теперь тоже застрял. Только так возможно уберечь. Садитесь в шаттл, отправляйтесь на Омикрон. Черт возьми, Иван! Вот не мог ты без героизма. Камнюк. Удачи, сэр. И скажите ей, что я ее люблю. Чего-то не хватает. Похоже, нет детали. Ну, конечно, блядь.
Блять. Надо детали найти, блять. Ну это пизда просто, это просто пиздец. Блядь, эти длинные коридоры меня просто... Где их должен найти-то, блядь? Детали. Уверена, что ковчег выдержит. Каждый запуск лотереи, и вы это знаете. Хотелось бы показателей получше. Да что вам до них? Это же просто данные, так? Ну да, просто данные. А, ну мы вернулись сюда, да, откуда пришли? Стромайер. Брэндон, ты где? Все вышло из-под контроля. Я в секторе РД-4. Ты отвел всех вниз? Да, пока что мы в безопасности. Но тебе надо поторопиться. Они узнают, где мы, и придут за нами. Об этом не парься. Лестница закрытая, лифт я убил. Вытащил соединительный чип. Зачем? Ты ведь теперь тоже застрял? Только так вас можно уберечь. Садитесь в шаттл, отправляйтесь на Микрон. Черт возьми, Иван! Вот не мог ты без героизма, говнюк. Удачи, сэр. И скажите Эли, что я ее люблю. Значит, это чела, да? Понятно.
Я так и думал. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Он, короче, на звуке, да, у нас? На звуке, значит. Давай уже уходи. Бля, блядь, привет, как в Dead Space, реально, как в Dead Space. Сейчас он сюда опять вернется, пойдет туда, да? Да, пожалуйста. Бать, что за тема, пиздец.
И что теперь? Надо отформатировать чип? Сара, как мы можем быть уверены, что ковчег выдержит? Каждый запуск лотереи вы... Он по этой лазит даже? Бля, даже хуй над куда нам. Вот прикольно, что на меня, да, пойдет? Не пошел. Дядя, не надо. Я тебя слышу, Брэндон. Что у тебя? Такие двигатели чекали, срываются на каждый шаг. Мимо них не пройти.
Послушаем. Я тебя слышу, Брэндон. Что у тебя? Акер с ребятами чекнули, срываются на каждый шаг. Мимо них не пройти. Значит, будем драться. Нам надо пробраться к шахту. И кучи кошен Адамс? Нет уж. Слушай, я отвлеку их, выманю на себя. А вы видите людей в шаттлу. Стой, Брэндон, что ты делаешь? Не бойся, Элис. Я вернусь, как только вы уйдете в безопасное место. Загружайте шаттл, готовьтесь к отправке. Ты точно уверен? Акерс не один, у него как минимум 1000 под контролем. Пережить проект ковчег, перейти, послать команду прочих, нет людей, сражаться. Ага. Короче, какой-то акерс, не один, у него минимум 300 штук под контролем, пройти и задроить двери, спуститься ее. Короче, они двери не умеют открывать, окей, ладно. Уже хоть что-то радует, что они не умеют двери хотя бы открывать. Лански. Пять челиков, 6 осталось. Не надо, дядя, не надо. Я сюда пришел. Ну, там написано, что они не умеют открывать. Бля, ебать, пиздец. Да, послушаем. Да, послушаем до конца уже. А. Нет. Попозже чуть. Я тебя слышу, Брэндон. Что у тебя? Акер с ребятами чекнули, срываются на каждый шаг. Мимо них не пройти. Значит, будем драться. Нам надо пробраться к шахту. И кучи кошен Адамс. Нет уж. Слушай, я отвлеку их, выманю на себя. А вы видите людей в шаттлу. Стой, Брэндон, что ты делаешь? Не бойся, Элис. Я вернусь, как только вы уйдете в безопасное место. Загружайте шаттл, готовьтесь к отправке. Ты точно уверен? Я сегодня на ранее планирую, сэр. Выйдите в шаттле. Oh.
Охуеть. Прикинь, просто я открыл. Ну, пиздец, он взял, открыл, блядь, что это было? Взял, открыл, блядь. Ты видел? Сейчас он придет. Бля, не туда пошел, не туда пошел. Бля, ебать, он быстро бегает. Кстати, подано. Сейчас открой, проверяй. Попробуй, ебать. Что за приколы были вообще?
Иди в пизду, ёпты. А, мы все закрыли. Сейчас он хуй откроет. Шо, отсосал? Он у нас хуй откроет.
Идет, смотри. Сработало. Что нам надо обратно сюда проникнуть? Бля, ну можно от них бегать, самое интересное, можно от них бегать. Тоже весело. Просто я не знаю куда, вот в этом прикол-то есть, наверное. Сейчас он туда съебет, вот туда съебет. Понял, он себе открывает, да, чтобы ходить. Можно его путать. Хорошо. Его можно путать, короче, я понял. Thank you.
Да ёпта. Интересно. Очень интересно. Посмотрим, будем брать здесь, пройти через это. Ебал дурака. Наебал, дурака, наебал. Что-то не так подключен. Получается, блядь. Потому что нам нужно было на техплощадку. Пиздец, мужик. О. Большая локация, да? Да. Здесь мы должны уехать, получается, отсюда. Большая локация довольно. Охуеть, блядь. Сдата, блядь, я ж испугался. И что, все?
Получается все. Получается все. Не шевелись. Все хорошо. Что? Все позади. Расслабься. Что ты тут делаешь? Мы с тобой вместе, как и все пары. Но мы же не... Я не нужна? Нужна. Конечно, но... Что случилось? Мы влюбились. Это пиздец. Но не варит, я понял. Это типа, а что, мысли там видел, теперь дверь не активна, теперь здесь можно пройти. Что, блядь? Типа это по факту так и должно было быть? Что, блядь? Да, ну давай дальше пойдем, чего бы нет. Блядь, эта хуйня еще стремнее. Большая локация. Давай что сделаем по-другому. Давай мы это оставим на следующую серию с тобой. Вот, потому что, да, и так долгая серия. Спасибо за просмотр, такая серия была, блядь, пиздец. Просто так это, напишите, конечно, так должно было быть или что? Я просто не понял, блядь, что это за хуйня было. Видимо, так и должно было быть, что какую-то касцену показали, блядь. Наш. Вот, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравился, ребят, ставьте подписывайтесь на канал, вам сложно не приятно. В принципе, все, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Бля, ну игра, ёбнешься нахуй. Давайте.